Добрый вечер. Вы смотрите выпуск новостей на телеканале «Катунь-24». Меня зовут Елена Самарина. И прямо сейчас о главных темах прошедшего дня. В Алтайском крае прошла всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Жителям региона рассказали об особенностях эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Автомобили для алтайских бойцов в зону спецоперации передал депутат фракции «Единая Россия» Александр Лисицын. Новые трамваи планируют выпустить на линию в Барнауле перед Новым годом. 5 из 10 вагонов уже приехали в краевую столицу из Белоруссии. В Алтайском крае прошла всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Жителям региона рассказали об особенностях эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. А власти оценили готовность сил и средств специальных служб. Подробности в сюжете. Губернатор края Виктор Томенко лично руководит ходом проведения всероссийской штабной тренировки. На период ее проведения руководителем регионального межведомственного штаба гражданской обороны назначен начальник главного управления МЧС России по краю генерал-майор Александр Макаров. Тренировка поможет обеспечить нам высокую готовность к работе всех подразделений территориальной подсистемы РСЧС, повысить качество взаимодействия органов власти федерального, краевого и муниципального уровня, спасательных формирований и других участников нашей большой системы. Сборный эвакуационный пункт развернули на базе одного из учреждений дополнительного образования в Октябрьском районе Барнаула. Здесь организовали регистрацию граждан, работу комнаты матери и ребенка, медпунктов, групп оповещения и связи, а также групп укрытия населения. По замыслу учений организована эвакуация более 8 тысяч человек. Тренировка проводится в два этапа. Первый этап – это организация оповещений и сбора руководящего состава гражданской обороны, населения. И второй этап – это проведение практических мероприятий, в рамках которого проводится сбор эвакуационных органов, практические мероприятия по развертыванию этих органов, а также практические занятия, где мы сегодня с вами и присутствуем. Продолжилась тренировка в барнаульском троллейбусном депо. Здесь измерили радиационный фон транспорта и обработали его специальным раствором, после чего провели повторные измерения. Оба раза показатели были в норме. В Барнауле готовность к чрезвычайным ситуациям отрабатывали сразу на трех крупных городских объектах, в том числе на ТЭЦ-3. Подобные штабные тренировки проводят раз в год. В них принимают участие не только спасатели, но и сотрудники иных ведомств, а также работники предприятий. Глеб Полянский, Дарья Эндерс, Денис Кузьменко, Сергей Балуев. Новости. Новые трамваи планируют выпустить на линию в Барнауле перед Новым годом. 5 из 10 вагонов уже приехали в краевую столицу из Белоруссии. Ожидается поставка 6-го. Он уже в пути. Планировалось, что все трамваи доставят в Барнаул еще весной. Но у поставщика возникли проблемы с комплектующими для новых вагонов из-за мировой экономической ситуации. В региональном Минтрансе отметили, ситуация на постоянном контроле. И когда все 10 трамваев приедут, их передадут в собственность предприятия «Горэлектротранс». По прибытию всех 10 вагонов и после передачи с комитета по имуществу города, значит, мы будем данными вагонами заниматься. Подготовка водителей у нас производится на базе нашего предприятия, так как у нас есть лицензия на подготовку водителей. В принципе, для наших водителей не будет иметь сложности, потому что данный тип подвижного состава, он ручное управление, и у нас есть такие вагоны, которые мы делаем капитально-восстановительный ремонт, и уже они эксплуатируются. Общая вместимость вагонов до 167 человек. Всего сидячих мест 35. Трамваи приспособлены для работы в условиях низких и высоких температур. В салоне установлены кондиционер, система отопления, видеокамеры, информационное табло. Новые вагоны планируют запустить по 1-му и 7-му маршрутам. В текущих условиях с транспортом это очень важно, то есть это, будем говорить, первые шаги, да, по обновлению, как это и трамваи, и троллейбусы в Рубцовске. В 2021 году закупались автобусы за счет краевых средств, сейчас идет, да, закупка за счет специального казначейского кредита подвижного состава, также автобусов. Этому уделяется большое внимание.
Добавлю, трамваи приобрели по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На эти цели направили более 700 миллионов рублей из краевого бюджета. Автомобили для алтайских бойцов в зону спецоперации передал депутат фракции «Единая Россия» Александр Лисицын. В организации отправки участвовал депутат Владимир Громов, который недавно вернулся из зоны СВО. Началось с того, что мой коллега, депутат АКЗС Владимир Громов, участник СВО, вернулся с фронта, а там я узнал от него, что он на передовой служил с моим одноклассником Михаилом. Мы обменялись телефонами, созвонились, встретились. Он рассказал о нуждах на фронте в зоне СВО и потребность, что в передвижном составе нужны автомобили. Неожиданно было узнать его звонок. То есть он сам первый предложил помощь эту. Я не ожидал. Мне было настолько приятно. Мы учились в одном классе. Много-много лет не виделись. Ну, приятно. Каждое такое вложение, это приближает победу. Вы большой вклад, на самом деле, большой вклад делаете. Михаил, спасибо тебе большое. Всего отправили два автомобиля «Шевроле Нива». Один из них в 35-ю бригаду для выполнения боевых задач рядового состава. Второй в приграничную зону Ростовской области для помощи в перемещении военнослужащих. Все машины прошли проверку на исправность. Александр Викторович провел ряд мероприятий. На сегодняшний день две эти прекрасные машины, которые стоят за нашими спинами, отправляются в зону боевых действий. Я надеюсь, что будет все нормально. Машины доедут до места. Наши ребята их получат, будут рады. Отмечу, за последние 4 месяца в зону СВО из Алтайского края отправили 30 автомобилей. И вместе с этим более 70 тонн груза. Рации, генераторы, снаряжение и посылки. К другим темам. Порядка 500 тысяч услуг Социального фонда России оказаны жителям Алтайского края в 2023 году в проактивном, беззаявительном режиме. Об этом на пресс-конференции сообщила управляющая отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клендухова. Проактивная услуга – это когда гражданину даже никаких заявлений подавать не нужно. То есть наступает определенная жизненная ситуация. У человека возникает право на получение меры государственной поддержки, и социальный фонд, располагая информацией в своих базах данных, делая запросы межведомственные коллегам в другие ведомства, получает эту информацию, производит назначение меры поддержки и уведомляет об этом гражданина. Сегодня отделение оказывает жителям Алтайского края 44 государственные услуги. Большинство из них доступны в электронном виде, а свыше десятка уже предоставляют в беззаявительном формате. Проактивная оказание госуслуги применяется, например, при рождении ребенка, наступлении инвалидности или назначении досрочной пенсии по старости. Восьмиклассник из Барнаула занял первое место на Всероссийском дне ходьбы 1 октября. Школьник получил кубок и грамоту. Однако главным подарком для него стала фотография с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Встречи с главой региона мальчик ждал 81 день. Как и где прошло знакомство с губернатором, расскажем в сюжете. Наконец-то я встретил своего любимого губернатора Алтайского края. Пост с таким заголовком написал 1 октября у себя на страничке в социальной сети восьмиклассник Илья Черняк. Многие мечтают о новых гаджетах, некоторые о модных вещах, а кто-то о фото с Виктором Петровичем Томенко. На Всероссийском дне ходьбы я встретил его, сфотографировался и познакомился, собственно, лично. И, наверное, как раз-таки он был источником вдохновения, который подвиг меня на занять первое место на Всероссийском дне ходьбы. Илья уже второй год подряд участвует в спортивном празднике, но в этот раз ему удалось преодолеть дистанцию 5 километров и забрать кубок победителя. Восьмиклассник уже собирался уезжать с места соревнований, но услышал, что ведущий объявил губернатора региона Виктора Томенко. Признался, сразу ринулся обратно. На самом деле Томенко Виктор Петрович, он меня во всем вдохновляет. То есть то же самое его деятельность,
которая направлена на улучшение Алтайского края, она меня тоже подвигает улучшать что-то внутри школы, то есть в нашем лицее. Встречи с Виктором Томенко Илья ждал 81 день. К сожалению, тогда в лагерной смене движения первых она не состоялась. Но кто ищет, всегда найдет. Тем более, что для Ильи ориентирование не проблема. Он занимается именно этим видом спорта, спортивным ориентированием, уже почти 5 лет. Еще ему интересно волонтерство. Однако в движении первых официально Илья вступил только этим летом. Активности, подвижности, игры, все вот это я беру из самих людей. То есть люди для меня – это главный источник вдохновения. Учителя, тот же самый Томенко Виктор Петрович, все вы меня вдохновляете, это очень круто. То есть меня движут вперед только люди. Вот таких ярко активных, их единицы. Вот Илья – это самая звездная звезда, которая есть в нашем лицее. Вот, он еще, как только вот я начала заниматься волонтерской деятельностью в лицее, вообще учитель английского, поэтому немножко не связано, вот. Он мне активно помогал проводить просветительские акции, то есть мы ходили по классам, рассказывали про акции экологические. У Ильи наполеоновские планы в движении первых. Он уже состоит во всех 12 его направлениях. Главное в своем деле, считает активист, – люди. Они и вдохновят, и помогут, если нужно. Однако с педагогикой и добровольчеством пока связывать будущее не думает. Заниматься будет ими для души. А вот стать политиком есть в планах. Илья выбрал для себя направление в ВУЗе, дипломатия и международные отношения. Что-то нам подсказывает, что и на это вдохновил его глава нашего региона. Алина Пенигина, Сергей Балуев. Новости. Продолжаем выпуск. В региональном управлении Росгвардии отметили 7 лет со дня образования. Приказ о создании в Алтайском крае территориального органа подписал директор Федеральной службы войск Национальной гвардии России Виктор Золотов 30 сентября 2016 года. Отличившимся сотрудникам и военнослужащим структурных подразделений в честь 7-й годовщины вручили государственные награды. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. На сегодняшний день можно сказать, что все работают слаженно, все задачи, стоящие перед управлением, ежедневно выполняются качественно, на высоком профессиональном уровне. Личный состав подразделений сформирован, командно-руководящий состав в состоянии организовать служебную деятельность подчиненных подразделений. Сегодня Алтайское управление Росгвардии занимает лидирующие позиции в рейтинге подразделений Сибирского округа. В городах и районах края круглосуточно дежурят более сотни автопатрулей вневедомственной охраны. Под защитой росгвардейцев находятся 18 тысяч объектов, квартир и частных домов. Бойцы ОМОН и СОБР участвуют во всех значимых задержаниях, а также выполняют служебно-боевые задачи в зоне проведения СВО. Предприниматели Тальменского района присоединились к проекту поддержки местных инициатив. В результатах его реализации в райцентре появилось еще одно благоустроенное место для отдыха жителей. Сквер отремонтировала местная организация. Ее сотрудники специально для выполнения заказа освоили новый вид работ – укладку плитки. Теперь предприятие расширило бизнес и успешно выполняет заказы на территории всего района. Проект поддержки местных инициатив успешно реализуется во всех районах Алтайского края. Только в Тальменском за 7 лет отремонтировали 94 объекта. В райцентре 2 года назад благоустроили сквер на улице Кирова. Живу на этой улице, недалеко от этого уютного местечка. Да, хорошо, что такие программы есть, такие проекты, потому что стало гораздо уютнее, красивее. По вечерам здесь сидят и пожилые, и молодые, и ребятишки бегают. Красиво, хорошо. На объект администрация пригласила рабочих из местного предприятия, чтобы благоустроить сквер в центре Тальменки. Теперь по новому освоенному виду работ – укладки плитки – компания берет заказы на территории всего района. Как результат, объектов у организации стало больше, и ее доходы выросли. Как я и говорил ранее, это место напоминало больше пустырь, заросший сорняками, кустарниками. Ну, конечно, очень приятно, что сейчас все выглядит совершенно иначе. И, разумеется, приятно, что я тоже в этом участвовал. Те, кто к нам приходят в процессе работы, могут на предприятии получить как бы смежную специальность, в том числе вот и укладочник плитки, в том числе производство, ну, там, скажем, не совсем сложных, но сварочных работ на месте.
Ну и, естественно, наша основная работа – это умение пользоваться триммером, бензопилой, электрорубанком. На работы в сквере ушло около месяца. Потратили больше 1 300 000 рублей. Львиная доля – 950 тысяч – средства краевого бюджета. Что касается Тальменского района, за этот год в нем уже благоустроили 10 различных объектов. Жители реагируют на данные проекты очень адекватно, поддерживают. Конечно, на следующий год у нас там тоже выходят проекты, но мы еще не голосовали с жителями, не выбирали, но есть наметки, то есть несколько объектов, за которые проголосуют жители и выберут тот объект, который им больше понравится. Как показывает опыт Тальменского района, реализация проекта поддержки местных инициатив способствует не только благоустройству территорий в регионе, но и развитию местных предприятий, в том числе появлению в них новых рабочих мест. Алина Пенигина, Анатолий Коваленко. Новости. Всемирный день защиты животных ежегодно отмечают 4 октября. В России для охраны фауны создаются природные заказники, а на территории Алтайского края их действует 36. Один из таких – Кислухинский, где в естественной среде обитают около 200 видов животных и птиц. Кислухинский заказник площадью почти 34 тысячи гектаров. На его территории обитают классические охотничьи виды животных – лось, косули, кабаны, пушные животные и множество других, а также птицы и растения, в том числе и краснокнижные. Сотрудники Алтайприроды занимаются созданием условий для жизни и размножения всех видов, населяющих заказник. Также проводятся в рамках взаимодействия с министерством биотехнические мероприятия, направленные на подкормку животных. Это обустройство солонцов, обустройство галечников для боровой дичи, обустройство подкормочных площадок зерном, лиственными вениками для копытных и сеном. То есть это все необходимо именно в зимний период. Сейчас как раз ведется подготовка к этому всему. В заказнике проводятся и охранные процедуры, в их числе рейды. Несмотря на то, что охота на территории заказника запрещена, случаи браконьерства все же происходят, как и незаконная вырубка. Самые, конечно, у нас, я считаю, вредители – это черные лесорубы, которые уничтожают вот этот красивейший лес, вырубают, и все это ради наживы, ради денег. А мы-то стараемся сохранить именно лес вот этот в первозданном виде, что животные здесь могли спокойно себя чувствовать, защищенно, выращивать свое потомство и так далее, чтобы им никто не мешал. За последние годы число нарушений сократилось благодаря работе специалистов и двум оперативным группам по особо охраняемым природным территориям. При необходимости их отправляют на усиление, особенно в сезоны охоты и активной заготовки леса. И к этому часу пока все. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru. Не переключайтесь.